Всем небага-нелага, дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека, мы продолжаем играть в зомбятинку, и сегодня со мной играют такие друзья, как Александра Ким. Всем отличных игр. Артём Клим. Всех привет. Влад Магнусовик. Всем привет. Бегун. Приветствую. И Анастасия. Всем привет. И мы продолжаем играть на столку зомбятинку. Наши герои сейчас стоят на трассе. И хотят перелить бензин. Переливаем. Переливаем. А, переливаем, все. Не, ну что, вот как-то вы на пол переливаете, да, это так не работает. Такой, знаешь, неправильно. Нам нужно захватить станцию, мы захватываем станцию. Проверяем это самое, необходимая характеристика для выполнения действия. Требуемая характеристика. Ты так и начальству говоришь? Это я спрашиваю у игры. Как ты можешь у игры спрашивать? Представь, что это реальность. Ты приходишь в магазин, скажите, пожалуйста, какие действия я должен совершить, чтобы булка хлеба оказалась у меня во рту, да? Подожди, почему во рту, почему не в корзине? Ну это ты сразу конечное действие уже спрашиваешь. В таком случае в туалете, если так думать. Ну, Клим, если ты в туалете, конечное действие булки хлеба у тебя? Именно прием пищи, я не знаю. Ну мы уже разговаривали по поводу твоего интернета. Да-да-да. Ну, играем, ребят. Ладно. Так, ну кто у нас умный? У нас Клим умный, пускай он решает все проблемы. Интеллекта у меня вообще много, если что. Что надо сделать? Ну, у меня тоже, у меня же еще больше восьмерка. Ну вот, вы интеллектуально оправдали. Применяю интеллект для переливания этого топлива из, господи, из бензобака в бензобак. Интеллект будем не помогает. Надеяться, тут надо применить актерское мастерство. Обаяний! Клим, будь конкретнее. Сейчас Жека, вот, воспользуешься твоими словами, перелет из грузовика бензин в Жигули и скажет, что мы так и хотели. При восьмерке интеллект, но это было бы извращенно. Ты попутал, с кем не бывает. Жека может все. Это его жизнь. Вставляем трубочку в бензобак Жигули. Не так вставляем, а я иду. И делаю то-то. Вот так это делается. А мы коллективно вставляем. Идем и коллективно. Ну что, муравьи, что ли, коллективный разум? Сейчас поймете, почему. Сначала я смотрю на горизонт. Ты видишь вдалеке, как взмывает стая ворон. Там. Ага. Ну, хоть вороны только. Подожди. Фастом. Стая птиц. А взмывают они... Они просто так не взмывают. Фастом переливай там оттуда. А почему они взмывают? Ну, пойди спроси, Дергани. Ты спросил у Ясеня? Да. Я ж на горизонт. Клин говорит с дубом. Это риторический вопрос. Как я... Слушай, я подхожу, вставляю эту трубочку. Как там правильно делать? Высасываю, там чуть-чуть полилось, и потом полилось к нам, я не знаю. Никто же ничего не делает. Это физика. Ты как бы, ты заполняешь трубочку бензином, скажем так. Сообщающиеся сосуды физики. Да, потом ты опускаешь ее вниз, ниже уровня, ну, блин, чтобы, короче, перевешивала жидкость в трубочке. Она начинает все высасывать сама прекрасно. Оттуда. У нас еще и насос есть. Я выслушала Сашину лекцию и делаю так, как она сказала. Повышение интеллекта. У дуба при твоем общении с ним. Я все еще смотрю на этот самый, на горизонт. Я там что, совсем ничего не вижу? Ты на дуб залез? Ладно. Ты видишь дорогу? Не, я имею в виду на дороге. И мираж такой, знаешь? Ну, мираж, который, знаешь, как жарко и над дорогой. Там голая женщина? Ну это пусть Клим расскажет. У него ж мираж. Саша рядом стоит, видит голую женщину. Я не вижу голую и побежала, женщину. Да? Он видит, о, Fallout 4 вышел такой. Ну это было до его выхода, нормально. Нет, Сталкер 2 в таком же Сталкер случае. Сталкер 2. Я вижу это... голую женщину, ты видишь Сталкер 2. Что там еще? Немного офф-топа. В каждом жестком диске живет маленький рыцарь. Шикарно. Я так поняла, что Саша очень долго залипала свое окошко в кузове. Походу, у вас там что-то реально протекает, ребят. Вы хоть проверьте. Я же об этом говорю, господи. Жека, бензин нормально пока переливается? Там? Все хорошо? Ну, ты не видишь, как бы, ну по идее, все переливается. Я вижу вообще прекрасно, все переливается. Там бензина даже больше, чем четверть. Ты бы поставила второй бензобак туда, где кончается трубочка, а то он клево льется такой на пол. Смотрите, разводы радужные на земле. Красиво.
Я пока лезу в кузов и пытаюсь найти протечку. Бегун, как ты? Ты живой? Ты переливаешь. А то он лежит в кузове, я сейчас пойду на третий. Есть что попить. Есть что выпить. Выпить или попить? Не, лучше уж полежу. И опять лег, уснул. Ну, окей. Я не выспался в багажнике. Бывает. Восприятие 6, все еще ищу протечку. Оба-на! Я должен был найти ее! Или не ее? Нет. О! Давай я лопну! Ее нет! Случайно в машине оказался пулемет. Протечку ты не нашел, но нашел на полу просто лужицы. Ты понимаешь, что это что-то вроде бензина, по всей видимости, или дистоплива разлитого. Вытри. Окей. Чемлюсь в машине, забираю хлеб. У нас была тряпочка какая-то. У нас был палантинчик какой-то. Я плед находил в машине. Я его решил не брать. Плед плохо впитывает. Сейчас узнаем. Я возьму плед, я хочу накрыть бегуна. Пусть он спит. Окей, бери. Вы его смочите дистопливо, накройте бегуна и подпалите. Он так быстрее согреется. Что, хороший вариант. Давайте. Мне нравится этот закадровый голос. Бегуна совсем не любим, да? Так. Очень любим. Меня не любит. Желаю ему самых приятных ощущений на земле. Ну ты взял плед, что дальше? Тем временем Настя перелила бензин. Ну, я решил, что, наверное, плед... Полезнее будет на бегуна оставить, а воспользоваться какой-то тряпкой. А у нас были тряпки? У нас, да, был какой-то то ли полотенчик, то ли салфеточка там, носовичок, что там мы находили. Носовичок, слово-то какое-то. Походу, Саша не помогает. Саша не помогает, воздух свежий. Я-то доберу вот эту вот тряпку, не знаю что-то, и использую ее для вытирания всего этого и отдаю Саше. Не надо, ты ее сломаешь. Я закручу ее в сигарету и выкурю. Скажи свою выносливость, Саш. Сейчас минус один. Семерочка. Что там, блин, переборка же. Саша вырвал. Ты падаешь в отморок. Берем ее за руки, за ноги и рядом с бегом. Не-не-не-не. Положить ее на воздухе, я сейчас ей массаж щек сделаю. А, Жека, кстати, а я... Он в отключке, типа. Что? Бегуна переверни, он же в отключке, типа. Ну, он спит. Я не в отключке, я просто сплю. Ну ладно. Пусть на другой стороне поджарится, что ли. Да, равномерное поджаривание. Поджаривание было, если бы мы подожгли эти ложицы, что в машине. Я пытаюсь привести Сашу... Остальные что делают? Ай, почему мы такие упоротые? Господи, ну почему? Я внимательно за этим наблюдаю, пытаюсь повысить свое знание медицины. А Влад? Я стою рядом с Климом и ржу. Я тоже ржу, потому... Команда мечты! Я проснулся, потому что не могу уснуть. От ваших... Тебе мешает смех, Влад? Ну ваши... Я так сзади подхожу неожиданно. Да. Я привела, и Саша. Скажи мне, Клим, свое восприятие. Шестерка. Сейчас нападут за меня, отвечаю. Конечно, долго ржали. Ровно шестерка. Ты в сантиметре от себя ощущаешь дыхание. Не дыхание, а присутствие кого-то. Это все-таки перегар. В сантиметре? Прям вот-вот в миллиметре. У тебя действие отвернуться, что-то сделать, поржать, отжаться, прыгнуть. Я не знаю, что хочешь. Прием такой, знаешь, ногам, пригнуться, да, и по ногам. Ну тогда объясни мне, с какой стороны я ощущаю. Сзади. А как я, в какую я сторону стою? А ты помнишь, что ты заявлял, что ты делаешь? Я четко спросил, кто что делает. Ну, значит, отпрыгиваю вперед, оборачиваюсь. Оборачиваешься, ты видишь, что вот сюда, вот сюда у вас толпа зомби щемится сейчас. Угу. А сзади же я стоял, дышал, подожди. А ты вот здесь стоял, ты так за ними я наблюдал. Я стоял, дышал ему в затылок. Нет, ты с кузова сверху. Сейчас сюда щемятся зомби. Я предлагаю быстренько залазить и вот. Прям здесь уже, не вот. Либо гранаты уже кидать. Влад, что ты делаешь? Взорвем нашу машину нафиг, почему бы нет. Я сейчас
Быстро беру палку, которую ты говорил, валяется по дорогам. Ну, они ветки, я говорил, а не палки. Ветки. Ветки покрупнее. Ну, иди тогда ломай ветку. А ты говорил, они валяются на дороге. Я говорил, ветки растут на деревьях. Ты не говорил, что они растут на деревьях. Ну, обычно они растут, биология. Да давай, где ты возьмешь ветку, ё-моё, взял. Я тащу Сашу за шкирку обратно в машину. Нет, стоп, раз Жека цепляется к словам, я тоже буду цепляться к словам. Жека, ты не говорил, что они растут на деревьях, ты сказал, повсюду ветки. Ты не сказал, что они растут. Спросишь в университете, где растут ветки. Во Влада какает птичка. Зомби так стоят и смотрят. Ну у него действие. Ну ладно, зомби прям к нему сейчас идет, вот, впритык. Не, ну ты подожди, зомби. А ну-ка назад. Я так, назад, подожди, действие. Слышишь, они такие, идут. Клим такой, тихо, подожди. Влада съели. Влад. Хорошо, я отступаю к Саше. Ладно, раз ты прикопался к этому, ладно, я отступаю к Саше, давай. Они увидели, вот этот зомби, который к тебе шел, увидел бегуна. Напоминаю, он там под парапет же есть, ну, грузовичок, он выше так бегун стоит. И он сейчас, получается, наполовине к тебе, вот по пояс так к тебе тулится. Не, бегун. Ребята, у меня есть мысль, конечно, раскачать грузовик и задавить всех грузовиком нашим, но я не знаю. Всё, отличная идея, по-моему. Этот к Климу идёт, и вот за ним ещё один. Не, я его с ноги этого зомби могу как-то откинуть. Грузовик облокотится на Жигули, они все между там останутся. Настя, Сашу что делает? Ну, я хотела влезть в машину, но я уже вижу, что не получается. Ну, тогда заявляй, что ты делаешь. Может быть, бегут Саша просто ногами же... лягнет это? Ну ладно. Я говорю, я лягнул его к вам. Сейчас, к вам. Подожди, спасибо, Настя. Спасибо. Настя, говори, что ты делаешь. Не знаю, пытаюсь пробраться в машину. Куда и как, почему? Потому что бегун оттолкнул зомби, я... Куда и как? Толкаю, короче. Куда и как? Через зомби к бегуну. Прямо напрямик. Потопчусь по зомби. Не, серьезно. Ну ладно, ты вот между Владом и Климом сейчас одна, да? Или с Сашей? Ну я могу тащить Сашу за собой. У тебя сила сколько? Ну, давайте действуйте, что вы, вот, я не знаю, на вас зомби идет. Ладно, вы не успели, вас съедают, конец игры. Все, ну-ка, ну вы так тупите, я не понимаю, что вот происходит. Ребят, я вам... Вы можете залезть в машину и уехать? Можете, ну так делайте, я же не знаю, я же не доктор. Так хотела, делай. Сколько силы у тебя? Где? Две силы. Ты подняла Сашу, надорвалась, упала. Ну, у тебя спина заболела. У нее две силы. Я поднимаю. Она не. Я же ее привела в чувство. У тебя заболела спина. Настя. Влад, Настя. Нет. Я, получается, Настю, Влад, Сашу и в грузовик. Да. А я на вас зомбики. Хорошо. Вот серьезно, вот сейчас перед грузовиком. Откидывай в другую сторону. Сейчас перед грузовиком 4 зомби. У вас руки заняты. Бегун, отгони машину назад, тащу. Она же, блин, ключи остались в машине, да? Отгони машину просто назад. Я могу, Жека, да, говорю. Жека. Я тебе не доктор, как хотите, да. Господи, ну, не спрашивайте меня, меня там нету. Что, как ты сделал? Какой странный. Я машину назад, могу резко подойти и сдать назад машину. Ну, заявляй действия, как ты делаешь это, что ты делаешь, последовательно, пожалуйста. Разворачивай. Тим, отходим чуть назад, чтобы... Мы с Климом отходим чуть назад. Да, вы интуитивно понимаете, что я буду это делать, да, и отходите назад. Я быстро. Быстро иду к сиденью. Жека, ты говорил, они отвлеклись на бегуна, который сидит в машине. Я сказал, один отвлекся. Он его пнул нормально. Он пнул, тот отбежал, ну, немножко так упал, потом опять начал вставать. Вот ты сейчас что делаешь? Вот ты стоишь вот здесь. Входа между кабиной и этим нету. Блин. Там есть мое окошечко. Вылазь. А есть машина? В машине есть что-нибудь, чем можно убить? Плед. Стоп. Кинь его. Отлично, плед. Ты кинь его на зомбака. У него руки запутаются в голове. В голове? Вот уже мысли в голове запутались. Я только что закурила себе коньячку, господи. Я могу быстро оббежать его с правой стороны? Зачем ты на машине? Ну так я не могу пройти в кабинку. Почему? Ну там нету там прохода. Нет, там есть маленькое окошко, но он туда точно не пролезет. Я не пролезу. Это самое. Ну, я бегу, я забегу. Делай проход. Пройди сбоку от машины. У тебя сила 10. Обходи машину, бегу. Я обхожу, машину, давай. Бегун быстрее, мы сейчас вернемся. Со стороны, да. Обходишь машину, залазишь. Я могу залезть туда.
И назад сдавай. Я ключик поворачиваю. Он же там есть, да? Завелась да. машина. Завелась. Клим, отходим с дороги. Бегите назад. Бегите, глупцы. Бегите, глупцы. Да. Сейчас, подожди, бегун. Что делает Клим? Ну, вместе с Владом оттаскиваем народ дальше. Куда дальше? Ну, с дороги, чтобы он нас не задавил. Вот-вот. Ну, в квет, получается. С дороги уходите. В одну сторону, в разные? И резко назад сдает бегун. Да, прям жестко сдаю. Ты сдаешь назад, ты давишь вот этих вот. И машина сейчас, представь, что ты здесь стоишь. Влад, Саша, пока. Так, я их убил, подождите, я их убил, да? Может, ты убери зомби, или они еще... Ну, мешать будут. Они под машиной. Они под машиной сейчас. Ага, хорошо. Ну, пускай дальше, дальше дави их, оставшихся двух. Эти два ушли к Владу. На обочину. Ну, а там обочина такая, знаешь, как дорога высокая, они же обочина вниз так уходят. Ну, кувет, типа, да, что-то типа. Да, ну, да. Так выщемляйся обратно на дорогу. Ну. Так стоп, они тогда едут, зомби, они подожди, вниз что-то. Полетели. Тогда они, они не полетели, они пошли за тобой. Там достаточно такое, чтобы человек может сойти, и даже зомби может сойти. Даже зомби может сойти. Ну. Короче, я себя прикажу, бросай девушку, меня помогай этот уже. Самый. Клим, затащи меня в машину и иди помогай. Она в процессе езды. Я опасаюсь, что... Нет, он уже остановился. Он остановился сейчас. Окей, тогда затаскиваю ее в этот самый... В Акунцев хост. Сюда? Да, и помогаю... Прям зомби. Щемлюсь тогда на помощь. Удачу свою скажи. Троечка, все еще троечка. Тебя хватает зомби за ногу и дергает, и ты падаешь. Можно это, я паду на него с ударом локтя по голове? И он тебя кусает за ботинок. Этот увидел тебя и идет к тебе. Он сейчас над тобой практически. Я тогда бью зомби, который остался. Чем ты бьешь? Настей? Ой, Сашей бьешь? У тебя на руках Саша. Я сказала, что я же в себя пришла, меня же привели. Ты накуренная, молчи. Прости. Ты накурилась бензина, ты еще долго не будешь в себе. А я уже в себе, я уже пришла в себя. У тебя спина болит, ты надорвалась. Ты лежишь. Не давай знаю, я там... Назад, Паралимпиада. Ты клима задавишь. Бегун, ты что ты делаешь? Клима я задавишь. Сдаю назад. Ты клима задавишь. Да там задавишь клима, не надо сдавать назад. Че, он прям вообще под машиной? Он под машиной, да. Он схватил за ногу зомби, который под колесом. Клим, держись. Вытащим. У меня нет двух мизинчиков нет. Уже двух? Черт с тобой. Я помню, да, один... Мне же один отстрелили, другой отрезали. Вот я насчет отрезали уже не помню. Я тоже. Ну, это в самом начале игры. Мы ржали, это отстрелили. Я не помню, правда это или нет. Так, я вообще голову того зомби хоть вижу, который меня схватил? Наверное, потому что он тебя кусает. Да, видишь. Ну, подожди, сейчас пусть Влад заявит действие. Над тобой вот этот вот стоит. По колену зомби. Своей ногой бью ему по колену. Ловкость свою скажи. 5. А почему ловкость? Я силой же бью. Почти не силу. Ну, у тебя... 6-5. Падаешь рядом с Климом. Ты... Да, ты падаешь и роняешь на эту... Сашу. Над тобой зомби. Бегун, ты можешь схватить домкрат? И он падает на тебя. Падает на тебя зомби, Влад. А ключом можно убить зомби? Давай лучше домкратом, это действеннее. Домкрат. Давайте мне домкрат. Да. Ты можешь мне сунуть его? Не могу, мне надорванная спина. Через окошко. Ладно, короче, я вхожу в машину. Вылазь, хватай домкрат. Я вылажу. Дави сначала руку, которая держит Клима, а потом беги спасать. Хотя не надо руку, рука ничего еще не сделает. А вот сейчас вся игра от меня зависит. Ты да. ему даешь да. Этот домкрат через окошко? Меня... Ты, даешь мне домкрат. Хорошо, я даю домкрат. Ты выходишь из машины, отсюда вылазит башка зомби. Подожди, разводной ключ у меня все еще в руках. Подожди, а ты его не выкурила вместе? Нет, так ключ? Там же был ящик с инструментом. Я сказала, что я на себе разводный ключ Саши... большой собираю. Стать. Он там был? Я что-то как-то мне... Ну, блин. О, боже, он сверху уже? На Владе и на Климе сверху зомби упали. Жека, я сношу этому зомби, который передо мной бошку домкратом. Да, он умер. Даже без удачи, окей. Ладно. Ну ты футбольнул его бошку. Клим, вообще не говорит, что ты что-то делаешь. Клим, скажи свою выносливость. Мою? Клим. Семерка. Или, ну да, ну ладно, семерка нормально. Семерки, восьмерки. Восьмерка. Восьмерка.
Тебя, Клим, кусают в руку. Ой, больно. Сейчас отрежем ничего. Бегу. Да, я бегу к Климу, я могу что-то сделать? Как-нибудь зомби оттолкнуть или там вытащить? Кран, представь там... себе, лежит Клим, за да. одну ногу у него под машиной, у него полтела, считай, под машиной практически. Ну ладно, по колени он под машиной, за одну ногу его кусает зомби, за башмак сам, а за вторую на нем... Зомби же под машиной, подожди, да, там все? Зомби тоже. Под машиной. Я тащу Клима, пытаюсь его тащить. На нем сейчас зомби кусает его за руку. Ну, я тоже сношу тогда бошку. Как ты снесешь ему бошку? Гольф. Гольф. It's the golf time. Как, бегун? Бошку гольф? Сношу. А? Как ты бошку сносишь? Домкратом. Как сильно. Ты не зацепишь Клима и без того уже. Ну, а просто действие мне опиши. Землю под ним сковырнет. Гольф! Подожди, на Климе стоит зомби. Лежит, он кусает его за руку сейчас. Стени его, стени его зомби и урони на него домкрат. Я не знаю. На Клима. Не, ну я могу аккуратно стянуть зомби. Аккуратно так. Ты как подходишь? Извините, уважаемый, вы не соблаготите, пожалуйста. Я ничего не имею против. Я его беру так ласково за шейку и сношу нафиг. Хорошо, ты, да, у него там башка отлетела аж. То есть он умер. Так, хорошо. Да. Ну как сказать? Если у меня на руке. Но на Климе уже нету. На Климе башка этого зомби, да. Он оторвал так, что башка осталась. А, вытаскивай его из клещ, да. К челюсти. Я Клима тащу за руки. Не меня тащи, иди Владу помоги, я тут отобьюсь. Все, дальше иди к Владу. Я пытаюсь сбросить все это время зомби. Влад, свою выносливость. Выносливость? Господи, я опять весь скайп развернул. Выносливость 8. Так, ты зря меня под это самое тянул. Я же все равно под машиной, меня же зомби второй держит. 4. Верни меня. Выносливость 8. Да. Да, ты откидываешь его. Зомби упадает. Саша более-менее... Саша более-менее приходит в себя и поднимается. Саша, неси его. А я могу встать? Ну, сейчас Саша пусть действие заявит. Сейчас Саша себе спину сломает. У меня вообще один фиг. Скажи, что ты ловко бьешь зомби. Саша, дай нет. ключ Владу. А, да, точно. Ключ разводной. Я беру так. А Влад, я могу как-то в это ворваться дело и убить домкрата. Пусть Саша ну, действие доскажет, что она делает конкретно. Ты даешь Владу ключ, да? У все? Меня, я толкаю Саша, зомби. Упорости, я просто прыгаю упорости, и толкаю да. зомби как-нибудь разводным ключом. Ну, толканул. Я он, ловкая. Он поднялся, ты подбежала к нему, толканул, он на пару шагов отошел. Этого хватит, чтобы бегун подбежал. Подбежает я бегун. Я могу кинуть домкрат? Зачем? Откуда я знаю, доктор позволяет тебе кидать домкраты? Да, нет, я кидаю. Кидай домкрат. Я могу кинуть ловко домкрат. Потом сильно, сильно, неловко. Но все равно свою ловкость. Сейчас, я очень ловок. Ловкость. Там три. Четверочка, четверо. Ты зачем? Попадаешь в Сашу. Две четверки. Убиваешь ее нахрен. Ты попадаешь в Сашу, Сашу сносит. Куда-то в кусты, там в деревья улетает она. Подожди, этот одной ключ падает на месте, где я стояла. Такой поворачивался и упал. Знаешь, как вот это Тор и этот Халк, да? И все. Так, ну что я делаю? Разводной ключ упал на месте, да? Влад, ты поднялся. Я тогда беру этот разводной ключ, раз он упал на месте. Ты подбежал, взял ключ. А и бью по башке зомби. Ключом, по голове. На кой? Сейчас, Клим. Хорошо, ты убиваешь, ты так вонзаешь ему ключ, что у него просто череп напополам. У тебя просто злость, агр там. Клим, ты... В смысле, сколько у него силы? Это был рейдж просто. Не может быть. Просто. Так только я могу. Стукнуть ногой по голове этому присосавшемуся пияв. Ты пару раз его бьешь по голове, он отстает, но все равно начинает к тебе ползти ближе. Иди к черту, противный! Я говорю бегуну, чтобы он шел спасать Клима, а сам иду проверять, как там после бегуна я Саша. Прибейте эту пиявку, блин! Ты вылез сюда. Я могу ее прибить. Зомби. А и даю бегуну ключ. Только, пожалуйста, спасибо, бегу. Спасибо, Влад. Из кустов летит домкрат. Да, пожалуйста, верните его назад. Я могу кинуть ключ, чтобы не идти. Нет, ты уже подошел, ты уже подошел. Не, подошел. Не я подошел, я могу пырнуть немножко. Легонько пырнуть, зомби. Сильно, не надо легонько. Куда? Легонько, ну... В голову. В глаз. В глаз, да, в область знаешь, глаз. Знаешь, он сейчас, если что-нибудь прокинет, он так, я легонько. Пш, и голова такая... Пф. Ну, легонько это насколько... Ты убил его. Ай, опять. Издеваетесь над бедными монстриками. Жека, ты можешь показать актуальную картину по зомби?
Ну, вот перевернутые, мертвые, а там под машиной. Можете заглянуть, я не знаю. Подожди, я же... Ну, то есть он остался один, Саша? Да, чисто теоретически? Два непонятных. Куда попал? Осталось только два непонятных. Влад пошел... Домкрат и матюки. Ты кинула домкрат, Саш? Ну, он как бы на мне же, наверное. Саша, ты сейчас кого-нибудь убьешь, не кидай домкрат. Не, я спрашиваю, ты кинула домкрат? Не надо. Но я так от себя его просто скинул, недалеко я имею. Хорошо, Влад дальше прошелся, видит в кустах валяющуюся, да, Сашу. Рядом домкрат, недалеко. Я поднимаю Сашу. Я поднимаю домкрат. Вы выходите сюда. Домкрат не забыли? Окей. Нет, заберите домкрат. Я возьму, давайте мне. Так, что бегун делает? Он клима спасает что-нибудь или как? Да все, клим встал. Все спасли. Все, залазим в машину, поехали. Ты вообще там лежишь без сознания, без спины. Я команда, я лежу командой. Мне больше ничего делать. У тебя большой синяк скоро будет. На всю левую руку, да, Саш? Левую руку? Ну, левая рука, она не очень... Резать? Правильная. Да, по горлу, по горлу. Клима же это нету. По горлу. Кусаны же. Клим покусан. Да, что нам делать? Ну, смотри. Я бы убил. Я играл за Walking Dead, и там отрубали руку. Я бы сразу убил. Там руки отрубали сразу. Знаете, все смотрели фильм World War Z? Да. Там, помните, тетеньку за руку укусили, ей сразу же руку по локоть оттяпали. А я бы убил. Клим. Это не помогало, но все же можно рубануть. Как самочувствие? Чем? Вы понимаете, там крат, там это ультимейт оружие у нас. Не, можно сломать там кости и не париться. Вопрос, а я вам дам. А Жека, ты же говорил, что не все заражаются зомбизмом этим. Не, ну так это самое. Я всегда хотел побыть в шкуре зомби. Практика покажет, время покажет. Ты знаешь, Клим, ты в роли зомби, это слишком рискованное приключение. Давайте голосовать. Слишком много знает. Я давайте предлагаю голосовать. Сначала уехать отсюда, да, потом остановиться говорю, чуть-чуть и свалить. Бегу, найди, садись за руль. Потом, если что, по дороге выкинем Клима, если он нас кушать начнет. Жека, я обхожу машину, элегантно открываю дверь, мягко сажусь на кресло, завожу включаю ключ. Кондиционер, роллинг стол и еду в стакан. Мы элегантно прошу... Нет, вежливо прошу всех сесть. Вежливо проси всех сесть. Я не знаю, ну, отыгрывайте роль. Многоуважаемые, вы не могли бы поторопиться и село Иваново. Дайте бегуну сказать. Дайте бегуну сказать. Дорогие друзья, собратья. Это был тяжелый год, да? Это было тяжелое время. Нам живется тяжело, конечно, я понимаю. Но давайте сядем в машину и угоним отсюда нафиг. Okay, я помогаю Климу и Саше сесть в машину, я последний. Вы домкрат забрали? Вы домкрат взяли? Залезть в этот самый. Домкрат взяли. Домкрат и ключ. Оглядываюсь на горизонт. Вдалеке ты видишь поехали. Небольшую и маленькую точку. Поехали. Это грязный монитор. Едем дальше. Что ты, Клим, говоришь? То есть совсем непонятно, что это. Просто точка какая-то. Ну окей. Заваливаю в кузов. Жеке нужна какая-то музыка. Следователи какие-то, так что... Музыка? Шустрее. Музыка, типа, мы едем, знаешь, там. Еду в Магадан, да? Магадан, да. Нет, это там такая классная музыка из... Дальнобойщиков. Да нет. Borderlands, знаете, там начальный ролик. О, классная, классная такая. Не, так нужна мы... именно русская. Русская, ты что, фи? Жек, мы поехали? Ну, по всей видимости, я так понял, бегун завел и поехал. Видишь, я найдем ПК, так что Жеку забанят, но фиг с ним. Да-да-да. Нас не догонят. Куда ты едешь? Прямо. А, я? Да, ну ты же водитель. По дороге еду. Хорошо. Вы в село Иваново или куда там мы ехали? В село Иваново. На этом мы сегодня закончим. Огромнейшее спасибо, что посмотрели. С вами сегодня была Александра. Всем спасибо за просмотр. Укушенный Клим. Ну, бывает. Укуренная Александра, укушенный Клим. Избитая Настя. Сорванной спиной Анастасия. Всем спасибо. Водитель-бегун. Давайте, короче, встретимся. Да. И гроза зомби Влад. Пока. Укушенные упоротые, а Влад глаза зомби. Скромный Влад вот так. Походу, я опять скоро... смотрю на Влада. Знаете, так, походу скоро сбудется вот эта цель, начиная со сталкера еще о том, что вот про Клима, знаете, вот начиная со сталкера было желание такое небольшое. Так, и вот скоро... Так говорит, знаешь, ну, сейчас не дождешься.
Кто-то точит там отвертку уже, да? Ну, знаешь... А кто из вас был кавказцем? Влад же, да? Влад, да. Ладненько, встретимся в следующих сериях. Огромное всем спасибо. Ждите нас, скоро будем. Шутка. Возможно, не все.